Я так, минуту, блядь, сниму. Давай, давай. Они, кстати, я жарил, короче, в этом, в овраге, нахуй. Я ее здесь у нас в овраге замочил, короче, и жарил, блядь. А как шашлык, да? Ну да, она в майонезе 2 часа у меня постояла. И вот он, даже этих много там отходов, потому что я, считаю, горелое не ел, я только мясо чистое ел, и все, а вот это... А ты говоришь, еще шкуру не ешь, по-моему, представляешь? Шкуру не ем от покупной, а от такой, если сам жарю, то ем. А-а-а. Такая фигня. У меня тетка так, точно такая же, и только курицу, блядь, тоже, блядь, только белое мясо, блядь. А-а-а. А так, блядь, баранину нет, козлятину нет, блядь. Свинину нет, блядь, говядину... А Толик из них вот этот, да? А? Вот этот Толик, ты говорил, Анатолий. Какой Анатолий? Ты говорил Толик один какой-то нормальный. Тобик. А, Тобик? Это вот этот Тобик? Mm-hmm. Ясно. Да, сдается, а эти все боятся. Даже